Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале «Как похудеть». Сегодня мы с вами открываем кабачковый сезон, потому что этот овощ один из лучших вариантов для тех людей, которые ведут здоровый образ жизни или снижают свой вес. Он вкусный, полезный, доступный большинству, так что сейчас я с вами поделюсь своей новинкой, только вчера придумала. Всей моей семье эта вкусняшка пришлась по вкусу. Ну а для меня, конечно, самое главное, что готовится очень просто, поэтому включаем духовку на 180 градусов и беремся за кабачок. Лишние части у кабачка я отрезаю. Отрезаем хвостик и попку ему. Теперь кабачок я нарезаю вот такими продольными кусочками, где-то чуть больше полсантиметра толщиной. Два кабачка я уже нарезала, теперь я вооружилась молотком для отбивания мяса. Работать будем аккуратно. И вот так потихонечку стучим по кабачкам. Для чего это нужно? Для того, чтобы они пропеклись. И еще для того, чтобы они хорошенько впитали соус. Но об этом вы узнаете чуть позднее. Делаю я так с двух сторон. Кабачки не присаливаю, иначе они дадут сок, а это нам совсем не нужно в этом рецепте. На противень я уже постелила бумагу для выпечки. У меня написано, что ее необходимо смазать маслом. Я это и делаю. А вы прочитайте, что написано у вас на упаковке, потому что маслом ее смазывать необходимо не каждый раз, зависит от производителя. Теперь остается отправить наши побитые нами кабачки ровненькими рядами. Отправляем их на противень. Количество кабачков, которые поместится у вас, зависит от размера вашего противня. И еще перед тем, как отправить в духовку, я смазываю с помощью кисточки самым обычным растительным маслом наши кабачки. Теперь отправляем наши красивые кабачки в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. 100 граммов твердого сыра у меня Эдам, натираю на мелкой терке. Сыр я натерла, прошло 15 минут, вот так выглядят кабачки. И теперь самое вкусное. Я их смазываю своим любимым домашним томатным соусом. Ссылка на него сейчас появится в правом верхнем углу. Я его использую уже много лет вместо кетчупа, и это очень вкусно. И на самом деле полезно, готовится буквально за 5 минут. Смазываю таким образом все кабачки. Все выглядит уже восхитительно и супер-мега аппетитно, но мы продолжаем колдовать. Присыпаем теперь все это нашим сыром. Вот такая получается просто супер красота и вкуснота. Моя старшая дочь в восторге, это теперь ее любимое блюдо, поэтому готовим сегодня еще и заодно для вас снимаем рецептик. Младшая, конечно, пока кабачки не оценила, но тем лучше, нам больше достанется. Теперь отправляем всю эту красоту в духовку на режим конвекция. Если у вас такого режима нет, просто прибавьте до 200 градусов. Ну и будем ждать, пока сыр запечется и появится наша вкусняшка из кабачков. Прошло всего 5 минут, посмотрите, какая красота получилась. Запах просто безумный, дети уже ждут, когда все будет готово. Сейчас переложим на тарелочку и разрежем. Ну а теперь, пока сыр еще тянется, аккуратно разрезаю ножиком. И хочу, чтобы вы увидели, что кабачки получаются готовые. То есть они не какие-то хрустящие, полусырые. Такие я не люблю, и дети у меня тоже не любят. Они получаются готовые, и это еще отличный вариант для того, чтобы с утра положить себе на хлебушек и сделать вкусный и полезный бутерброд. Всем приятного аппетита и, конечно, жду ваши отзывы. Я очень рада, что сегодня с вами поделилась таким простым и очень вкусным рецептом. Ведь нам понадобилось всего 3 ингредиента. Кабачки, сыр и соус, и получается безумно вкусно. Можно добавить разнообразие в свое меню и свой рацион во время самоизоляции, да и вообще в любое время приготовить, и это очень-очень вкусно. Очень хочу, чтобы вы приготовили кабачки именно так, и, конечно же, с удовольствием всегда жду ваши отзывы и комментарии. Если вы так же, как и я, любите кабачки и простые рецепты, обязательно поставьте лайк, оцените, пожалуйста, нашу работу, потому что мы очень стараемся. Если вдруг вы до сих пор не подписались на канал, конечно же, сделайте это, чтобы не пропустить новые вкусные, полезные и интересные видео. Вот здесь появятся ссылки еще на наши видео. И, конечно же, не забудьте ударить колокол для того, чтобы вам приходили оповещения, что новое видео уже на канале. Я желаю всем добра, любви. С вами была Мария Мироневич. Пусть самоизоляция, но все равно весна. Будем готовить кабачки.